Юпперный театр. Всем привет, ребята. Короче, с вами Охранион. Мы в игре Last Island of Survival. Я сейчас играю с нового устройства Vivo V17. Он помощнее будет моего Honor, который до этого был. Это моя обновка. Можете меня поздравить с новой обновкой. Я не знаю, как он себя поведет в дальнейшем, но я надеюсь, все будет хорошо. Короче, я немножко поднастроил, там вошел, авторизировался во все аккаунты, которые у меня есть. И надеюсь, вот действительно все будет отлично. По крайней мере, я на это надеюсь. Так. Если кто придет на мою трансляцию сейчас, пожалуйста, скажите, как вам изображение? Пожалуйста. Должно быть вроде нормально. Так, ладно. Так. Пока что мы это все дело сложим. Короче, сегодня я когда заходил, была такая маленькая проблемка. На нас напал один чувак, притом соседнего клана, и что-то он от нас хотел. Всем привет, опять же, у вас 4 человека сейчас в сети. Как у вас дела? Рассказывайте, ребят. И кстати, сразу скажите, как вам там по звуку, что все нормально, ну, в плане адекватно или нет? Надо печи заправить. Давайте заберем дерево чутка. Сразу печки подправим. Чтобы работали. Или погромче сделать звук и игры. Там скажите. Ну. Не стесняйтесь. Все хорошо, я не кусаюсь. Но у меня, по крайней мере, игра пока не лагает. Кстати, стрим сейчас идет под названием «Отель». Что это значит? А это значит просто, что я устроил такой своеобразный отель. В общем, любой из подписчиков может спокойненько пожить в этом отеле. Любой. Я просто построю комнатку, и люди будут спокойненько в этой комнатке жить. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, что такое отель. Что это значит вообще. Тут уже рейдеры, конечно, но безуспешно пока мись. Смотрите, пока что отель не достроен, пока что он еще, так сказать, в бета-тестировании. Ну вот, допустим, первая комнатка, да? Тут живет подписчик. Вот она комнатка, смотрите. Тут у него печь, вот он сам спит. Тут, короче, пока ничего. Ящички у него, ну, все как положено, да? Дальше смотрим. Так, секунду. Это первая комнатка. Тут я планирую вот в этом месте поставить верстак и стол изучения для комфорта всех жильцов. Чтобы все жильцы могли спокойненько, так сказать, изучать и крафтить то, что хотят. Это вторая комнатка. Вот она. Это вторая комнатка. Красивая тоже. Вот, тут сундуки, печи, шкафчик, холодильник, в общем, все прям как у людей, вон спальничек. Короче говоря, прям все отлично. Дальше смотрим. Всего пока в отеле 3 жильца. Пока мест 3. Мне. Ой, наверное, надо с той группы выйти. Что-то это вот группа. Вот третья, последняя комната.
который я обустроил. Вот. Еще один человечек спит. Опять же, у него тут печи есть, сундучки, шкафчик и все остальное. В общем, в отеле живут хорошо. Любой из желающих, кто, допустим, играет на сервере со мной, может спокойненько поселиться в отель. Вот в этом райончике нас, кстати, рейдили. Снимаем лестницу. Ну вот, как-то так, да. Как-то так. Кстати, я думаю, надо нанести ответную оплеуху рейдеру. Я все-таки думаю, это стоит того, да? Короче, мы тут немножко кусаемся с соседним кланом. Тимы, короче. Мы тут немножко с ними кусаемся. У них есть топ-стволы, при том. Возможно, они купили... Хотя нет. В торговом боте они не купили стволы. Прорейдить я их толком не смогу. Но смогу потрепать нерв. Блин, я забыл про чат. Сори. Сейчас, секунду, парни, подождите. Блин, 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 блинский, блин. Я забыл чат включить. Сейчас, секунду. Блин. Так, все, я короче чат включил. Так, Нилон, Мелон, привет, Найс, привет, Найк, Шанель, привет. А что до стрима? Ну да, ну в принципе тоже тема, да. Мистер Винил, нормас, в отеле норм живется. Ну вот, я тоже так считаю. Смиппи Литтер, Смиппи, ну не бизнесмен, но что-то типа того, да. Что делать? Что тут делать? Делать в отеле, ребята, особо ничего не надо. Мелон, я Глент. Понял? Я не Найк. Найс, да? Я не Найк, ты Найс. Короче, ребят, я только сейчас смог прочесть то, что вы пишете в комментариях, потому что я немножко допустил ошибку о том, что я не подключил именно, блин, такую фишку, как отчет чата. Я китаец, который в стриме. Я сегодня изучил МВК штаны и QBZ. Малорик, Малорик, мистер Винил. Посмотри сундуки, Таниер, мои там, твои там. А, понял, я пофармил. Это, кстати, один из жильцов, так сказать, отеля. И, кстати, он, помимо прочего, того, что просто жил в отеле, он еще лутался и очень сильно помогал мне, получается, в фарме. Он живет вот в этом номере. Сейчас покажу. Нет, не в этом. Вот в этом номере живет один, получается, из жильцов отеля. Вот в этом. И он пока что спит, но он находится в Ютубе.
Так, ну тут ни о чем. А вот тут уже да, тут уже хорошо. Я сейчас у него пока что возьму ресурсы. Я думаю, он не против будет. Потому что эти ресурсы крайне нужны. Потому что смотрите, я что хочу сделать. Я их беру не просто так, я их беру на благо, так сказать. Потому что, видите, у нас часть отеля, она получается в дереве. Соседний клан снесли. Снесли, разве? Ну, я гляну на соседний клан, конечно. Короче, сейчас основная задача апнуть отель. Улучшение. Бах. Ну, правда, чтобы апнуть все это дело в железо, требуется 60 с лишним тысяч. Ну, это многовато. Да, именно с этой целью я и беру, чтобы апнуть хату. Ты прав. Все ради отеля. Я сам себе особо ничего не беру. Вот таким вот образом. Мы с Рамскуном пытались антирейдить, но не смогли. Трис, здорово. Антирейдить кого? Соседей? А зачем их антирейдить? Это наши прямые конкуренты. Зачем их антирейдить? Сейчас пойду проверю наших соседей. Посмотрим, как они живут. Потому что тут сказали в чате то, что их, оказывается, зарейдили. И, ребята, всем, кто сейчас на трансляции, все, кто зашел, вы можете спокойно поселиться у меня в отеле. Я вам отстрою индивидуальные номера. Там будут печки, там будут ящики. В общем, вы сможете жить со мной и со всеми остальными подписчиками. В случае, если нападение именно на отель, то кто-то из жителей этого отеля могут спокойненько, ну, брать и сопротивляться. В том числе и вы. А верстак надо, конечно, отдельно поставить, и стол изучения тоже, но это потом, это уже в дальнейшем в разработке. Мы с нее антирейдили, Даниэр. Глигейм пишет, что вор я. Вор? В смысле вор? Вор я в плане чего? Глигейм. Вы сказали, что наших соседей пахнули, а я не вижу. Они фул метали, да? Все дела. Не, ну можно и крышу проверить, конечно. А, ты шутишь? Ну ясно, ясно. Вообще-то я не вор, отель именно для подписчиков. Тут уже, знаешь, тут уже живут просто подписчики, которые хотят играть с ютубером, во-первых. Ну и во-вторых, хотят просто обезопаситься. Вот и все. Я у них ничего не ворую. Я знаю ихние пароли и все остальное. Но воровать я ничего не ворую у них. Захотят, сами дадут. А не захотят, ну ладно. Любой из, получается, жителей отеля может прямо сказать, своровал я у них что-либо или нет. Вы сказали, их прорейдили.
Через что стримишь? Стримлю я через DonatPay. Это уже было не раз сказано. Вот. Я не вижу отверстий, чтобы их рейдили, если честно. Может быть, пытались. Тут лестница даже есть. Но для рейда этого дома нужен минимум динамит. Да, Нера Галишин, это правда. Как донатить? Ссылка по донату внизу в описании стрима. Если хочешь стать одним из тех, кто поддерживает канал, то спокойненько спускайся вниз по ссылке и можешь спокойненько мне задонатить. И при том ты будешь в числе тех, кому я делаю отдельный респект. Потому что все-таки как-никак канал маленький, и я очень уважаю тех, кто поддерживает мое творчество. Короче, вы меня обманули, ребята, те, кто говорили, что наших соседей зарейдили? Нет, они не зарейжены. Притом от слова совсем. Были бы они зарейжены, то бы было бы другое. Они в фулл металле и спокойненько живут. Даниэр, там внутри два верта. Они застроились. Лестницу я поставил. У нас РПГ. Не, ну извините, была бы хата фулл зарейжена, то бы у них бы не хватало ресов для того, чтобы поддержать такую здоровенную хату. Она по размерам как мой отель. И извините, я прекрасно понимаю, сколько она требует жратвы. Тем более после рейда ее надо восстанавливать. Ну, сами понимаете, да? Там нету ссылки донатить. Странно. Тогда зайди под прошлый стрим. Там в списке прошлых стримов есть. И там есть ссылка по-любому. Может быть, сейчас она просто не осветилась. Это для медальки? Нет, для медальки. Я их байтил. Их зарейдили. Не веришь мне? Я их байтил. Нет, ребят, я не в том, что дело не верю. Ну просто-напросто видишь, хата фул целая. Ну просто реально фул целая. Ну зарейдили, хрен с ним. Они отстроятся. Раз у них есть доступ к шкафу и ко всему остальному. Так, ну ладно, чё? Так, сейчас, секунду. Тут у меня всё переплавилось. Так. Я сейчас на другом устройстве смотрю чат, ребят. Именно поэтому, если что, вы можете писать. Под прошлым есть ссылка. Да. Под прошлым именно стримом есть ссылка. Так что вы не переживайте, тут все нормально. Может быть, под этим, ну, не будет стрим, но ссылки. Потому что, понимаете, дело в том, что сейчас я играю с другого устройства. Притом реально с другого устройства. И как бы... Ну, дело такое. Даниил Александр. Можно сервак. Сервак можно, вот он. Архипелаг Фронда Блади 360. Я сервак не скрываю.
Ты можешь даже, Данил, взять и поселиться в моем отеле. 3 номера заняты. Могу построить 4-й. Так. Берем вот это. Сходить на РТшку. Окей, СПС. Ну ладно. Запускаю 11 транзисторов. Все хорошо. Все идеально. И идем мы с пятачком на большой-большой секрет. Короче, ребят, любой из желающих может поселиться в этом отеле. Любой из желающих. Серьезно. Я вам отстрою отдельную комнату. Вы только не будете иметь доступ к центральной лутовой. Вот и все. Вот и все, к чему вы не будете иметь доступ. Окей, СПС, тут два ютубера. Ага. А ты про кого? Вопрос. Про себя? Так, телефон греется, 83%. Все хорошо. Пока что идет все отлично. Да, табличка меня, конечно, бесит. Постоянно вот эта серенькая такая, коричневая. Она просто порой бывает на нервы действует. Так, сходим мы, короче, на игре. Убавь звук в игре. Все, это самый максимальный, так сказать, порог убавления. Больше не могу. Больше убрать звук не могу, сори. Можно СМГ, когда я приду, я потом серый. Без проблем, без проблем. СМГ, конечно, можно. Сука, ну кто комнату лутает по КТ? Че это? А, бот. Значит, а что он такой жирный? Чё, блядь, патроны кончились? Серьезно? Ой, жесть. Какой-то ботяра меня напрягает. Иди ты в жопу. Даже кто-то топливо залутал. Шел ты в жопу, я сказал. Придурок. Короче говоря, кто-то залутал и даже не шлепнул бота. Так, давайте приляжем. Короче, давайте почитаем чат. Так, сейчас посмотрим. Так, что там? Я через 20 минут зайду, пишет Даниэр. О, спасибо, Глигейм. Так, я попутал, Даниэр пишет. Посмотри мою гостиницу. Там синька. Я лутанул. Даниэр пишет. Я говорю, это я подлутал. Посмотри мою комнату. Олег Симик. Ку, как дела? Я по-быстрому спросить, я ухожу. Залетел поздороваться. Привет,
Алексей. Ну, дела нормально, я надеюсь, у тебя тоже хорошо. Хорошо, что ты залетел даже поздороваться. Я очень рад. В общем, все хорошо. Данияр, я понял, что ты залутал. Когда ты заходил, я, конечно, не знаю. Ну, ладно. Залутал, так залутал. Бери синьку. Блин, вот хоть бы один из жильцов нашел бы хотя бы экспу с Дином, блин. Я бы даже запросто бы у них взял и изучил их, и им бы обратно отдал. Ё-моё. Окей, удачи, я пошел. Давай, Алексей. Тебе удачи, всего хорошего. Чтобы у тебя все было действительно отлично. Новиков, хай. Привет, Новиков. Как твое? Ничего, Новиков. Рассказывай, показывай, что, как и почему. Никев, Никев. Знакомое что-то, Никев. Так, ладно. Блин, у меня хп нет. Ай. Он говорит, у него есть синька, да? А с синькой можно уже мотануться куда подальше, правильно, да? Учитывая то, что заряда хватает. Случайно, ахах. Слышишь, ты тут? Ой, сори, я случайно, ахах, на железо. Ты где, когда я ушел, пофармил до хрена и переплавил железо? Ну, все нормально, парни, не переживайте. Так, мы записали и шерстимые. Данияр, бандитку под лута играть Тимой не напоминает. Новиков, играть Тимой напоминает, конечно же, но это немножко другое. То есть они хоть у меня и в тиме, но, во-первых, мы как бы действуем уже как бы по своему усмотрению. Это не то, что тима, это отель. Тут живут люди, понимаешь, Новиков? Я могу даже сделать комнату для любого бомжа. Самое главное, чтобы, получается, этот бомж сдавал арендную плату на свою хату. Вот и все. Это не то, что тима. Это не совсем Тима даже. Это гостиница. Это отель. Что тебе надо? Может, мне написать, чтобы ты меня услышал? Так, посмотри мою, там синька, я лутанул, это я припутал, посмотри мою комнату. Я слышал тебя, так, ну как, Ты меня не по-быстрому слышишь. спросить. Какие удачи, я пошел, хай. Мы записали, сейчас я говорю, Тима, Сандаль, это дай-ка помнится, мне телефон. по-моему, записывали играть Тима. Я сейчас, наверное, Записывали там тоже буду писать в ответ. играть Тима, да? Так, сейчас, секунду, парни, я выключу звук.
Так, Виктор, привет. С нами можно поиграть, ты можешь спокойненько зайти. Это сервер Bloody 360. Короче, я тебе могу отдельную комнатку построить, и будешь спокойненько жить. Так, что там у нас еще интересного по сообщениям? Ну, насчет того, что типа там Bloody там Trio, Duo, нет. У Bloody нету ограничений, тут может даже играть Альянс. Так что тут без проблем. Так, Рамскун, привет, пишет в чате. Так, до хрена, я перепаял уже железо. Да-да, Рамскун, я знаю, что ты... Чё стоишь? Я ломать ничего не буду. Прописать пишет. Так, ладно, подождите. Даже куда-то Патрики уже все изнахратил. Ой, блин, надо Патрики хоть скрафтить. Так. Ой. Да, 25. Конечно, я знаю, что проще кильнуться, но не хочу я кидаться. Скунд за мной пишет. Максим. Да, мой телефон вывозит эту игру, и помимо прочего, он вывозит еще и трансляцию. А что? Сегодня стрим, ребят, будет недолгий, в связи потому, что у меня жена залупилась. Это, конечно, проблема большая, потому что, ну, сами понимаете, если кто женат, есть такие, конечно, некоторый дискомфорт. Уже думаю развестись, если честно. Не потому, что игре мешает, а потому, что заебало. Ну ладно, это уже другой разговор. Не касающийся темы стрима. Нет, я не I don't speak English, я from Russia, то есть как бы по-английски я не базарю, сори. В этом есть, да, беда. Я понимаю, что, конечно, если бы я мог разговаривать на нескольких языках, оно было бы лучше, но английский я плохо учил и не умею по нему разговаривать. Извините, ребята с Англии. О, серо фармит. Засранец.
Короче, кто хочет пожить в отеле, пишите мне именно в Дискорде. Там поживем. Я вам отстрою отдельную комнатку вот в этом прекрасном отеле. И все будет хорошо. Стой. Сегодня стрим реально будет недолгий. Сами понимаете почему. Поэтому скоро я закончу. Извините меня, пожалуйста. Я не в силах устоять с природой жены. Потому что она дура. И бесит. А, блядь. Красивые все-таки пейзажи в Расте, да? Два батянских подоспело. Круто. Деньги пришли. Сейчас, погоди, я вернусь домой. Посмотрю. Я верстак поставлю. Пожалуйста. Подожди, насчет верстака я его потом вынесу в общую комнату, и ты сможешь спокойно им пользоваться. Верстаком. То есть у меня будет нормальная гостиница, где... Все смогут спокойненько пользоваться тем, чем захотят. Сейчас, секунду, мне тут говорят, что денежку прислали. Грех не посмотреть. Так, все, я зашел. Так, ну давайте... Глянем, что там, донат, пэй. Личный кабинет. Блин, сейчас, секунду. Мне все-таки придется. Короче говоря, ребята, вот я сейчас зашел в транзакции, кто-то там мне прислал, типа, то, что маленько задонатил, ну вот, только лишь один
кто мне помог, так сказать. Ребят, на этом, я считаю, стрим все-таки надо закончить. Как бы не в моей воле все это. Всем спасибо, кто зашел на